Открывать при мечетях медресе или центры, в которых будут правильно преподавать ислам, призвал главный муфтий страны. В Темиртау к этому призыву подошли с полной ответственностью и в кратчайшие сроки открыли в городе первый центр религиозной грамотности. Важность этого события отметил и приглашенный на мероприятие отец Николай. Заповеди есть: любить Бога и ближнего. А кто такой ближний? Все мы ближние, все мы братья и сестры. Вот. И дай Бог нам, чтобы у нас был мир, согласие. И никогда не было никаких междоусобиц между нами. Принять участие в торжественном открытии медресе также пришли представители городского акимата и аксакалы, с чьего благословения разрезали красную ленточку. Центр, который призван обучить мусульман религиозной грамотности, представляет собой два класса, полностью оснащенных всей необходимой литературой на арабском, казахском и русском языках. Как мы поняли, это библиотека. Библиотека для данного центра. Здесь Коран, священные книги. По словам представителей религии, создавать такие центры при мечетях в последнее время стало острой необходимостью. В связи с последними событиями, происходящими в стране и в мире, появилось слишком много религиозных течений, которые неправильно проповедуют ислам и искажают его смысл. Священнослужители уверены, чтобы этого не происходило, верующим мусульманам нужно правильно преподносить заповеди и формировать религиозную грамотность. В Коране говорится: неважно, какой человек национальности или вероисповедания, мы все родственные души и должны с уважением относиться друг к другу. Между тем, некоторые религиозные течения сегодня учат обратному, учат убивать. В исламе же убийство считается самым страшным грехом, и человек, который хоть раз прольет чью-то кровь, попадет в ад. Медресе рассчитан на 50 человек, и в нем можно обучаться религии независимо от возраста. При этом классы будут работать в 3 смены. Таким образом, посещать их смогут как неработающие люди, так и те, кто в дневные часы занят. Примечательно, что женщины и мужчины будут обучаться отдельно. Преподавать в медресе будут студенты 3-го курса религиозного университета Нур-Мубарак. Анна Калинина, Зура Исмурзаева и Владимир Пороховой. Новости Темиртау.